снимают. Всем привет! Это второй выпуск, в котором я буду есть хинкали. Килограмм. Все, кто смотрит видео и в это время кушают, приятного аппетита! Погнали! Пока хинкали горячие, расскажу, сколько их здесь. 10 хинкали, каждая по 100 грамм, килограмм хинкали съем. На время, вон таймер. В этот раз попробую все без ошибок сделать. Камера заряжена, таймер четкий. Хинкали ждут. Что это за соус? Маджика? Слушай, я со сметаной, может, хочу. Надо сметанки попросить. Где она там? На кухню иди. Сейчас сметанки принесут. Я не знаю, всегда хинкали ел со сметаной. В этот раз я буду есть и с аджикой, и со сметаной. Я смогу это съесть? Мне кажется, легко. За 10 минут. Спасибо. Надо еще подождать, чтобы остыли. Жопки эти есть не буду тоже. Оставлять, я специально полдня не ел. Думал, тяжело пойдет, а у меня осталось 4 штучки. Мне кажется, я
20 штук стоит. 2 килограмма. Минуты 33 секунды у меня ушло на килограмм хинкали. Что это такое у тебя? Манты? Панты. У тебя телефон хороший. Это панты? Да. Съел я килограмм хинкали, стоили они 8,90, 10,90, 20 евро, плюс за соусы 2 евро, 2 соуса, и тархун 2,50. Короче, 25-30 евро килограмм хинкали. Ставьте лайки, давайте наберем 70, и тогда я устрою соревнования. Найду кого-нибудь, с кем буду есть 10 чизбургеров. Кто проиграет, на скорость будем есть. Кто проиграет, тот платит. Ставьте 70 лайков. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Пишите мне в Инстаграм свои пожелания, что вы хотели бы видеть в видосиках. Всем пока.